Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня мне пришла очередная посылка от моего хорошего знакомого Олега Федотова с Барнаула. У них модельный клуб называется «Фломастер». Вот. Очень хороший человек прислал мне передачку. Передача пришла через магазин «Модели Стенд», модельный белорусский магазин, на который тоже заходите, друзья, оформляйте там свои покупки, потому что в этом магазине появится новая продукция. И вот небольшой презентик от Олега, и в этой посылочке должна быть продукция, которая появилась у нас в интернет-магазине. Вот. Сейчас вскроем посылку и все посмотрим. Как бы меня предупредили, что там что-то рассыпалось, ну, это не страшно. Сейчас посмотрим, совсем разберемся. Вот. Посылочка долгожданная. Посмотрим. Очень хорошо запечатано. Посылка большая, почти 3,5 килограмма. Вот. Запечатано. Не так-то просто, друзья, ее и вскрыть. Давайте я ее вскрою, потом будем смотреть. Не переключайтесь. Ну вот, друзья, вскрыл скотч и раскрываем посылочку. Угу. Все, я понял, что рассыпалось. Друзья, набор для изготовления силиконовых жестких форм и для литья из смолы. Ну, похоже, тут рассыпалось. Краска для силикона, но ничего страшного. Сейчас очистим и продолжим вскрывать дальше. Так, что у нас дальше в посылке? Угу. Ребята, вот говорил от барнаульского магазина «Фломастер», а на самом деле «Пламастер», ну, нечаянно перепутал букву. Вот, барнаульский магазин «Пламастер». Что у нас есть в посылке? Так, имитация растительности. Вот, зеленый, светлый. Продукция с Барнаула. От меня очень далеко. Вот. И продукция эта появится у нас в магазине «Модели Стенд». Так что, друзья, смотрите и заказывайте. Кому интересно, кому нужно. Ну, продукция на самом деле очень хорошая. Уже мои друзья-моделисты ее опробовали. Всем нравится, все довольны. И вот, наконец-то, долгожданная посылка и презент от Олега у меня в руках. Так, что у нас? Имитация асфальта. Грубый асфальт. Это для диорам. Вот. Имитация асфальта. Еще раз. Вот. Потом. Так. Камень калиброванный гравий. Вот. Это все для диорам. Так что придется мне, чувствую, заниматься скоро диорамами. Так, здесь не подписано. Но потом вскрытие покажет, что тут находится. Клей на липкой основе для фототравления. Ага, это, я так понял, для Миши Лебедева. Отправим ему на пробу. Так, и вот опять же клей на липкой основе для фотоподтравления. Это значит уже для меня. Отлично. Отлично. Так, жидкий трафарет.
Это я так понимаю. Это я так понимаю, что-то типа жидких масок на модель. Потом сделаю отдельно обзор, ознакомлюсь со всей продукцией. Кстати, я вам скину ссылку и на барнаульский магазин данной химии. Кто с России, может заказывать напрямую с Барнаула. Вот. Кто с Белоруссии, может заказывать с модели стенд. Вот. Изготовитель — город Барнаул. Пластмастер. Вот, пластмастер, а не фломастер. Вот. Извиняюсь, Олег, что неправильно сказал сразу. Как бы все на радостях, на эмоциях. Так, имитация растительности — осень. Ну, потом, говорю, отдельно сделаю обзор по всей продукции после того, как ознакомлюсь. Так, здесь тоже не знаю, что не подписано. Так, тонировка номер 2 темная. Ну, это, наверное, смывка, модельная смывка. Так, маска Skol. Ну вот, это маска, видно, средство делать на модели имитации сколов. Потом жидкий модельный клей. Вот, кстати, модельный клей, кстати, потому что у меня заканчивается. А с модели стенд я заказал, забыл заказать, попросить Игоря, чтобы мне прислал. Вот, клей. Жидкое стекло. Тоже надо ознакомиться, как и что делать. Но это, скорее всего, в авиации можно делать эти самые иллюминаторы. Ну, сделать замену стекла. Так, еще раз клей модельный классик. Вот, спасибо, спасибо. Клей нам нужен. Так, расшивка. Ну вот, опять же, для расшивки самолетов смывочка. Да и для автомобилей тоже подойдет. Без проблем. Клей модельный хобби. Логотип ICM. Ну, для компании ICM делают клей. Маска Skol еще раз. Что, буду делать, ребята, свои модели. И буду также показывать, как что делать. Шпатлевка нитро, жидкая, мягкая вообще, как вода. Отлично, отлично. Надо будет все изучить, как правильно делать, как что. Шпатлевка номер 3, густая, быстро сохнущая. Тоже шпатлевка мне нужна, а то Томиевская уже давно засохла, а стоит немаленьких денег. Шпатлевка номер 2. Я моделист. Эластичная, с минимальной усадкой. Вот, друзья, вот такой вот подарок, такой презент мне передал Олег. За что Олег Федотов. Вот. Позывной у него Борода. Очень хороший, отличный человек. Вот. Это, друзья, имитация асфальта для диорам. Вот такое вот покрытие интересное. Сделано реально вот как асфальт. Ну что, Олег, придется теперь мне делать первую диораму в своей жизни. Благодаря тебе. Спасибо большое. Очень рад такому подарку. Спасибо. Ну вот, друзья, вот как сами видели, вот такая продукция. Такая хорошая продукция. Будем делать, буду ее показывать в своих видео, как с ней работать после того, как сам ознакомлюсь. Вот этот наборчик отмою. И, конечно, такой неприятный момент. Ну ничего, эту неприятность мы переживем. Так. Ну, главное, что смола и все остальное не пострадало. Сейчас придется отмывать. Вот, даже не знаю, как выключить камеру. Так.
Ну вот, друзья, так что заходите. Вот, все ссылки будут. Пластмастер. Все будет под этим. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. Кому интересна данная продукция, я буду с ней работать и вам показывать. Все, всех благ вам, друзья, и вашим близким.